Всем здорово! Итак, наконец-то я запускаю свою раскрутку счета. Создал я для этого специальную группу, и все дела касательно раскрутки будут вестись только в этой группе, вся информация будет только здесь, и писать мне только в эту группу. Итак, какие же вам нужно знать нюансы, чтобы участвовать в раскрутке счета? Итак, самое главное, раскручивая счет только своим партнерам. Как это? Пишите мне в сообщение сюда, в группу, и будем с вами общаться. Второе, самое главное, наверное, что 100% гарантия. То есть я гарантирую вам 100% возврат ваших средств. То есть за это можете вообще не переживать. Дальше, деньги я принимаю только до 15 июня. Потом, раскрутка идет, народ, ровно месяц. То есть... Дали вы мне деньги 10 июня, 10 июля я вам их возвращаю. Дали вы мне деньги 14 июля, 14 июля я их вам возвращаю. То есть, понятно, ровно месяц. Вот почему такая, народ, гарантия. То есть, нигде халявы нет. Этим же самым я отсеиваю всяких школьников, которые хотят халявы, которые хотят раскрутить счет в 2-3 раза буквально за неделю или за пару дней. Такого, народ, не бывает. И, соответственно, вы получаете до 150%. То есть, вкладываете вы 100 тысяч, получаете 145, например, тысяч. 150, 140 тысяч прибыли. Отдаете мне сотку, получаете 145. Вот так вот, до 50%. Тоже. Халявы нету, народ, я буду сам торговать на счету, буду пополнять с бинома на 10 тысяч евро и с них уже буду раскручивать счет. Какие же суммы? От 3 тысяч принимаю до 100 тысяч рублей. Тоже. Всякие школьники, неадекватные люди, которые хотят с 500 рублей, чтобы я им там что-то разогнал, 100% какие-то ставки делать, такого не бывает. То есть... Начиная я от 3000 рублей, если вы мне в группу сюда будете писать, там, раскрути от 200, я буду вас сразу банить, от 500. Вот, народ, правило. Только от 3000. Все. Я даже не буду разговаривать со всякими неадекватными людьми. Я просто хочу уже работать с нормальными людьми. В раскрутке счета уже работать с нормальными. Какие же платежные системы? Яндекс.Деньги для России и WebMoney для России. У кого Kiwi, можно скидывать с Kiwi на Яндекс.Деньги. Если вы не умеете скидывать с Kiwi на Яндекс, а там очень просто, значит, вы тоже не попадаете в раскрутку. Я всех, кто не шарит, кто не умеет, я не буду брать деньги на раскрутку. Я хочу работать, народ, только с адекватными, нормальными людьми. Для Украины тоже можете там на Яндекс кидать, у кого есть в Украине, или Kiwi. С Kiwi мне кидать на Яндекс. Там очень просто, пишите в поиске просто Яндекс и все, и переводите на мой Яндекс кошелек в терминале Kiwi. И для Украины на карту Приват. На мою именную карту в гривнах, то есть от 1500 гривен до 50 тысяч гривен. Все вопросы, народ, вся информация будет только в этой группе. Я ее оставлю в описании. По поводу раскрутки писать мне только в эту группу. Ни в какие комментарии, ни в какую личку, никуда мне не писать. Я не буду отвечать, я буду за такое банить, потому что я сказал, что сюда, значит сюда. Если до вас не доходит, если вы не умеете адекватно общаться, то есть я вам не буду отвечать, я вас просто баню и работаю с нормальными людьми. Так, все вопросы, вся информация здесь. Чтобы участвовать в раскрутке, пишите мне раскрутка и ваша сумма, с которой вы хотите раскрутить ваш счет. Запомните, раскрутка счета. Не раскрутка денег, а раскрутка счета. То есть это не деньги, то есть вы мне дали там деньги, я вам раскрутил. Да, я буду раскручивать на своем аккаунте, но это раскрутка счета. И не пишите мне, не копируйте мне раскрутка и вот эту вот фразу, ваша сумма. Автоматически попадаете в бан, я вам даже не отвечаю. Раскрутка и ваша сумма, то есть там 5 тысяч, 10 тысяч, вы пишете здесь свою сумму. Ну и думаю, нормальные люди меня поймут. Дальше, в будущем я буду здесь выкладывать все скрины, ID людей ВКонтакте, то есть ссылку на человека, чтобы каждый мог с ним связаться, спросить, или я скинул деньги, чтобы никто не думал, что это развод. Даже скрины буду, все буду здесь прикреплять, и вы можете вот так вот листать группу,
и спрашивать у людей, скинул я им эти деньги или не скинул. Буду писать, сколько мне человек скинул, и буду писать, сколько я ему раскрутил, и все скрины буду скидывать. Так что вот так вот. Будем работать только с адекватными. Меня уже достало просто все эти в закрытой группе. Просто такое творится непонятное. То есть раскрутку. Это, народ, первая раскрутка. Так что вот до 15 числа буду принимать все заявки. Так что пишите мне только в эту группу. Все рассказал. С вами был Рэпер Трейдер. Кто хочет, тот будет участвовать. Если вы думаете, что это какой-то развод, лохотрон, боже, да просто закройте мое видео, идите себе дальше. Почему вы вообще, типа, тогда включили мое видео? Не ходите по моим видосам, не ходите по моей группе и не пишите, что это там какие-то разводники. Если вы ищете вот это вот, если вы находите это, значит, вам, наверное, это нужно. А если не нужно, просто забудьте. Забудьте меня, все, не пишите мне. Вот так вот. Буду жестко, народ, теперь. Буду работать с нормальными, адекватными людьми. С вами был Рэпер Трейдер. Кто хочет, тот будет участвовать. Всем пока.